Действенные шаги для развития успешного бизнеса. Запорожская торгово-промышленная палата подвела итоги работы за прошлый год. Также на заседании Совета ТПП были определены направления деятельности на ближайшее время. Работа палаты по сопровождению внешнеэкономической деятельности основана прежде всего на сотрудничестве с ведущими мировыми бизнес-ассоциациями. Партнеры ЗТПП есть в Европе, странах Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки. Действует около 60 двусторонних соглашений о сотрудничестве. В течение прошлого года к ним присоединились промышленная палата Стамбула и канадско-украинская торговая палата. Организуются бизнес-миссии, выставочные экспозиции за рубежом, предприниматели привлекаются к участию в международных программах. Кроме того, происходит обмен коммерческими предложениями. В прошлом году на льготных условиях продукция региональных товаропроизводителей была представлена на международных специализированных выставках в Германии и Польше. В первую очередь, очевидно, благодаря тому, что мы активно сотрудничаем с предприятиями-членами торгово-промышленной палаты, несмотря на проблемы с экономикой, проблемы с внешнеэкономической деятельностью. Мы проводим целый ряд мероприятий, направленных на то, чтобы поднять все-таки или поддержать экономическую эффективность Запорожского региона в первую очередь. Областная торгово-промышленная палата всегда была очень надежным партнером именно в этой работе. Торгово-промышленная палата очень нам помогает и в установлении различных международных связей, и в подготовке предпринимателей, и продвижении продукции именно запорожского бизнеса на международные рынки. В декабре прошлого года приняли стратегию развития палаты, так что ближайшие мероприятия будут направлены именно на ее реализацию. Это поиск новых рынков, увеличение экспортных возможностей, внедрение новых систем стандартизации и расширение узнаваемости Запорожского региона. Завершилось мероприятие церемонии торжественного приема в ряды торгово-промышленной палаты новых членов Содружества.